Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının 9-cu zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Özbekistana səfər edib. Səmərqənddə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşü olub. Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziroatxon Mirziyoyevə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı qarşılayıblar. Görüşdə dövlətimizin başçısı iki ölkə arasında yaxınlaşmanın əcdadlarımızın iradəsi və xalqlar arasında tarixi qardaşlıq əlaqələri məcrasında baş verdiyini qeyd edib. Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev də Azərbaycan-Özbekistan münasibətlərinin strateji əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb. Лично, что завтрашний саммит имеет, как я сказал, символическое значение, потому что основу Нахичевани заложили и на родине Ильхам Гайдарович вашей, вашего отца, потому что мы это видим, здесь очень много исторического явления, и это историческое явление первый раз в Узбекистане, именно почему в Самарканде это тоже немаловажное значение имеет, потому что в Самарканде завтра впервые саммит, который под новым названием. Это тоже все взаимосвязано. Так что я на Бармата Хошкелепсус. Я, прежде чем наш переговорах начать, хочу вас поздравить с великой победой 8 ноября. Как близкие ваши друзья, мы тоже праздновали эту победу. Я вас еще раз с этим поздравляю. 12 ноября, День Конституции, поздравляю. Завтра у вас 30 лет Олимпиады, тоже поздравляю. Вы руководите этой международный день. Вот, так что это вот такие события, когда хорошие друзья должны никогда не забывать. Так что Яна Бармата, я искренне поздравляю. Конечно, наши отношения, как мы уже говорили, если один пример сказать, что мы с вами 3 раза в этом году встречаемся, вот это говорит о стратегическом значении наших отношений. И третий раз посещается Узбекистан. Я очень вам за это благодарен. Контакты стали системными и, самое главное, дают конкретные результаты. Уже вот наша команда друг друга знает. Мы уже готовились к вашему приезду. Очень много серьезных проектов, очень много насыщенных визитов уже встречаются, говорят. Успешно проведен МПК. Очень хорошо МПК. И коллеги уже разговаривали с председателем межправкомиссии, уже наметили хороший план. Спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович. В первую очередь хочу выразить благодарность за приглашение и за гостеприимство. Я очень рад вновь побывать в Самарканде. Хочу выразить благодарность за поздравления в связи с победой Азербайджана в Отечественной войне. Мы очень ценим отношение братского узбекского народа, ваше лично, к нам, к нашей стране и к тому, что Азербайджан восстановил справедливость. И во время войны мы чувствовали поддержку, и после. И, конечно же, еще раз хочу выразить благодарность за инициативу построить школу в освобожденном от оккупации городе Физули. Это первый иностранный вклад, помощь в деле восстановления территории. И мы это очень высоко ценим. И как мы с вами только что обменялись информации, строительство уже началось. И это будет школа, символизирующая братство наших народов. Мы на самом деле за последнее время намного сблизились. Думаю, что это тоже воля наших предков, и это в русле
тех исторических связей, братских связей между нашими народами. Я за 7 месяцев третий раз посещаю Узбекистан и каждый раз посещаю с большой любовью и большим уважением к вам лично и к братскому узбекскому народу. И рассказываю после посещения о тех огромных достижениях, которые Узбекистан добился под вашим руководством. Достаточно посетить Ташкент, Хиву, Самарканд. Я уже достаточно хорошо знаком с Узбекистаном. И должен сказать, что уже однозначно можно констатировать, что Самарканд превратился в важный международный политический центр. Потому что здесь проходят различные международные мероприятия мирового уровня с участием мировых лидеров. И поздравляю с этим тоже. И, конечно, те темы, которые вы обозначили, они на повестке дня. Мы с вами договорились, что будем контролировать выполнение наших решений. И, как вы отметили, по всем направлениям идут хорошие процессы. Görüşdə həmçinin ölkələrimiz arasında iqtisadi ticari münasibətlərin inkişaf etdirilməsi məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. İki ölkə arasında humanitar mədəni sahədə əməkdaşlığın inkişafının əhəmiyyəti qeyd edilərək mədəniyyət qruplarının intensiv qastrol səfərlərinin təşkilinin vacibliyi vurğulanıb.